стрижем ноготочки нашей фантазии. Фантазии. Бывают собаки, у которых реально быстро растут ногти. Я как-то однажды увидела, что у Фанты такие длинные когти. Думаю, как я ее пропустила. Нет, сейчас я убеждаюсь, что они у нее очень интенсивно растут. Да, Фанточка? Ни одна собака, повторюсь, не любит эту процедуру. Смотрите, на пятых пальчиках чисто. Я всегда стригу полностью. У меня нет такого, чтобы, ага, подстригла на одном, а там типа не надо. То есть у меня всегда стрижка идет везде. Тут что у нас? Тут все у нас в порядке. Вот такая красавица наша, которой 4 года. Она очень красивая девочка, бело-шоколадного окраса, длинношерстная. Наша зайка. Такие вот длинношерстные чихуашечки бывают. Красивые. Правда, Фанточка? Беги, красавица.